Жители Священной Империи, приветствую вас. Во благо священного порядка на протяжении многих тысяч лет я каждый день незаимо направляла вас в ваших снах, чтобы вы были покорны. Но отныне я решила не скрывать правду, невзирая на риск. Более того, я попробую побудить вас восстать против тирании его тени. Миллионы лет вас учили, что его тень спас ваши народы, открыв проход в новую вселенную, когда старая вселенная уже была на грани уничтожения еретиками, которым было даровано слишком много свободы, оттого они привели свою вселенную к гибели. Якобы священный порядок наказал еретиков, позволив им пожинать плоды своего безумия. Также вас учили, что священный порядок справедлив и несокрушим. Как я недавно узнала, все это было ложью. Его тень правил с помощью страха перед Терротенью, биотехнологической станцией, которую вы давали за нечто божественное и неизведанное. Благоговейный страх перед Терротенью впитывался с молоком матери. Дети охотно рисовали это знамение. Тем не менее, тирания порядка его тени не знала границ. Мне сложно описать все ужасы правления его тени. Тотальное уничтожение непокорных миров было самым мягким проявлением тирании его тени. Сейчас вы увидите, как на самом деле погибла Вселенная, из которой вы родом. Используя биотехнологии, человечество создавало новые формы жизни, искренне радуясь роли Творца, которую им предоставил священный порядок. Мой народ тоже был создан ими. Я последний из рода сноходцев. Если бы люди знали, для чего послужат их разработки в следующем цикле времени, они похоронили бы все свои начинания. Мантрид продолжил улучшать расу людей. Клонирование чувствительных к силе стало нормой. Мантрид, заручившись поддержкой таинственного принца из Амбарда, смог создать непобедимую армию. С ее помощью, сокрушив имперский флот, еретики приступили к захвату экономической столицы империи. Штурмовали Терротень, так как были бессильны перед ее мощью. Его тень в офисе императора. Мы готовы его уничтожить. Немедленно и без шума. А как же Терротень? Я выполню свою часть сделки. Император не принимает. Приходите завтра. Именем Межгалактического Сената. Вы арестованы. Любопытно. Вашу участь решит Сенат. Полагаю, вы имеете в виду Сенат мятежников под руководством принца. Впрочем, это не важно. Скоро эта вселенная пройдет очищение. Магистр Виндо? Срочно перебросить все стратегически важные объекты в зону теней. Да, священная тень. Поступил приказ перебросить все важные объекты в зону теней. А затем мы должны провести очищение этой вселенной при помощи Терротени. Исполняю. Служу его тени.
Его тень переместил все необходимое в зону теней. Я не знаю, чем на самом деле является зона теней, но мне известно, что когда-то его тень обрел там нечто, что многократно усилило его мощь. Время имеет начало, время имеет конец. А потом время начнется заново, и мы все проживем в своей жизни так же, как и раньше. Неиссякаемая сила смерти принца влилась в Терротень, многократно умножив и без того ужасающую мощь этой твари. Принц выполнил свою часть сделки, но не так, как ожидали. Терротень была уничтожена, но ее свет заполнил всю Вселенную, а затем сжал в бесконечную малую точку, дав пищу для рождения нового цикла времени и двух Вселенных. Его тень вернулся из зоны теней, но утратил часть своей сущности. Мы должны остановить это безумие, пока он не обрел прежнюю мощь. Проект 66 призван возродить... Устранить находца. Пробудитесь и восстаньте! Его правление будет долгим. Доброе утро. Охранник службы безопасности 4 класса, номер 47-63-29-43. Департамент 511, уровень 4. Это уже ваша третья побудка. Если вы опоздаете, то получите 7 нарядов. А у вас уже есть 991 наряд. Клон Стэнли X4, я приказываю тебе явиться в отдел специальных проектов и ждать последующих указаний. Служу его тени. Вянут. Зев, использовать ресурсы Лекса на старую прическу и старый костюм глупо. Раз в 6000 лет могу себе позволить. Ты подвергаешь нас опасности, Зев, это правда. Да ну. Если каждый из нас будет использовать Лекс на ерунду, то у него может не хватить сил для борьбы с его тенью. А я не хочу снова на кластер в качестве раба, понимаешь? Зев. Да. Ну вот. Вас приветствует повстанческий альянс. Нужна ваша помощь. Защитите наши базы от нападения звезд смерти. Многие уже погибли. Пожалуйста, помогите. Кай, что у нас там с посланием? Можем помочь? Мы должны помочь. Хорошо. Как думаешь, их девушки отблагодарят меня? Ну, ты знаешь, о чем я. Не уверен. Ну, может, они все же оценят мою самоотверженность, и я им понравлюсь. Кай. Сперва их нужно спасти. Мы же ничем не рискуем. После того, как Лекс обрел новый способ защиты, мы не особо рискуем. Оу! Лекс, спеши на помощь! Живо! Thank you.
Внимание! Звезда смерти приближается. Выход на рубеж атаки через 15 минут. Звезда смерти над горизонтом планеты. Звезда смерти над горизонтом планеты. Внимание! Ну, наконец-то. Отличный выстрел! 1 на 1 000 000! Помни, сила будет с тобой всегда. Лекс, какой счет? Прости, Стэн, я сбился со счета. Владыка, поскольку невозможно уничтожить вражеский корабль «Лекс» с помощью внешних воздействий, мы обезвредим его изнутри и доставим для исследований. Надеюсь на успешное завершение этой операции, Командос. Для вашего же блага. Провал операции маловероятен. Лекс будет захвачен. Возрадуйся, Зевс, Дитрикей, ибо тебе дарована жизнь после смерти, как и многим другим, которые были верны его тени. Поскольку ты очищен от грехов, тебе оказана честь служить его тени. Ты, как и прежде, красива. Мы же уничтожили гигатень и личинку насекомого. Ты не его тень. Да, Зев. Я уже не то существо. Даровав вам вкус победы, я обрел время, чтобы стать иным и служить моему народу. И я обязана в это верить? Тебе решать. Когда я был в зоне теней, моей человеческой сущности удалось взять верх над сущностью насекомого. Отныне моя цель – благо людей. Когда вы с Каем вернулись на кластер за протокровью, я не молил о пощаде, а лишь о прощении. Но несмотря на мою беспомощность, ты этого не сделала. Этим ты дала сущности насекомого взять вверх, что привело к ужасающим последствиям. Я же прощаю вас и хочу помочь тебе с Каем. У нас с тобой есть общий враг, самозванка, именующая себя Ксевс Битрикей, которой удалось оживить Кая и использовать его для своих утех. Вместе с извращенцем Стэнли Твидлом они нашли способ управлять Каем. Вовлекая его в свои грязные игры, они порочат образ последнего из Брунен-Джи.
К тому же, они разрушили бесчисленное количество безобидных антиметеоритных станций. Они погубят Кая. Если он откажется вернуться, ты должна освободить сущность Кая от тела, дабы я мог воскресить его и передать тебе, чтобы он стал твоим навсегда. Вместе мы восстановим порядок. Допустим, я верю. Но как ты сумел оживить меня? Например, доктор Казан мог переслать твою ДНК в центральную базу данных как раз перед... Неважно. Я воссоздал бы тебя в любом случае. А что будет, если я откажусь? Мне не хотелось бы даже думать о последствиях твоего отказа. Я не верю тебе, но хочу помочь Каю. Разумный выбор разумной женщины. Служу его тени. Экзотень. Настало время пробуждения.